Всем привет, друзья! С вами Грегори Эджвард и добро пожаловать в город Алисадовск. В общем, сегодня, так сказать, небольшая колонка новостей. Это касаемо также и жилищной реформы, то есть что будет сноситься старых, неоригинальных хрущевки будет заменены, но оригинальными. В общем, есть что поговорить на эту тему, так что присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. В общем, начнем с того, что некоторые неоригинальные хрущевки оказались не подлежащими сносу, то есть замене на оригинальные, поскольку некоторые дома, то есть в частности дома серии 1447 и 1447S37 оказались, и точнее их неоригинальные версии, оказались, можно сказать, в замкнутом положении, то есть, они, можно сказать, маленькие по габаритам, то есть по длине. То есть эти неоригинальные, то есть 75 блоков, около 75 блоков, а вот я около вот, а у домов оригинальных, то есть 1447, там 82 блока, у 37 модификации 123 блока. При этом с шириной все в порядке, то есть 20 с небольшим. Я также советую, я на эту тему решил посоветоваться со своими товарищами из Телеграма, то есть что с этим делать, то есть, и, конечно же, я также, так сказать, спрашиваю на тему своих коллег из архитектуры Мадербурга. Для тех, кто не знает, это такая группа есть ВКонтакте, ссылка в описании под видео. Так сказать, это KPR. В общем, я спросил, что с этим делать, и те одни, можно сказать, порекомендовали, заняться реконструкцией имеющихся этих неоригинальных хрущевок. А другие просто решили сказать, за честность, оставь как есть и устрой дальше. Ну, а товарищи из Телеграма, причем просто сказали, что те вот хрущевки, которые неоригинальные, они просто переработаны. Переработано в смысле там, планировка, то есть там не оригинальная планировка, то есть не такая, как в оригинальных хрущевках. Но мои товарищи подбодрили меня и сказали, что это, можно сказать, эти дома всего лишь переработанные. Вот. В общем, итог такой, просто жилищная реформа обязательно продолжится в обязательном порядке, но будет заменены только лестницы. И убранные лестницы такие не те, что лестничные клетки, а имеются в виду вот такие. Со всех этажей, кроме последнего, так как там будет уже выход на чердак. Или же на крышу, естественно. В общем, поговорили с вами. Теперь поднимаемся наверх и добро пожаловать на так называемую террасу на крыше. Мне друзья, можно сказать, порекомендовали сделать террасу на крыше дома, то есть, добавить растительности, там, беседок, все такое, в общем. Вот, я, конечно, что добавил, вот, беседки из растающих деревьев, всего 4 деревца, клумбы. Выход на крышу, естественно, оборудованный, вот так вот. И антенна, естественно, тоже стоит здесь. А, ребят, вот я только сейчас помню, чего не хватает, это кондиционер. Вот я до сих пор думал, что чего не хватает, а вот только сейчас на съемке я вспомнил, что именно. Вот. Все. Всего у нас несколько таких беседок у кого. Есть. 8, ну, 10 беседок на крыше. Причем они, конечно, одинаковые, то есть сидушки, то есть оказывается в их ступенек столик. Но отличается лишь только окраска. Вот такая вот. Вот так выглядит терраса на крыше дома номер 8 на улице Новаторской. Да-да, кстати, именно здесь, именно переработанной хрущевке и сделана терраса, даже адрес. А теперь, друзья, перемещаемся на улицу Пакинской комиссар, где также здесь раньше были не, так сказать, переработанные хрущевки, их всего было 4 штуки, то есть 4 дома.
Ну, а теперь их три. Вот самый первый это должен быть такой, который я перестроил. И тут я хочу поблагодарить одного человека в Телеграме. Его зовут Совет. Его ник называется Совет Билдер. Вот. Так. В общем, поблагодарить за то, что за предоставление, можно сказать, схемы, то есть как сделать ее в Майнкрафте. В общем, за это ему огромное, за это спасибо. И ссылка на его канал за это также будет в описании под видео. Всего их около трех штук. Есть у нас обычный дом без покраски, не покрашенный. Покрашенный вот такой вот, с полоски вот. И еще один такой же. Этот красно-белый, а этот бежево-зеленый. Подъезд, разумеется, такой тоже оригинальный. То есть все как. То есть каждый блок, можно сказать. Гостевая квартира, правда, некоторые изъяны, конечно, имеются. Например, отсутствие окон сбоку. Ну, потому что я терпеть не могу, когда окна стоят сбоку, и мне приходит. Вот, можно сказать, много звать неудобств для меня, короче говоря. Та же вот однушка. Такая вот. Типа, может, все оригинально, ребят. Так, стоп, погодите. Куда я залез? Вот короли бабай, куда я попал? Погодите, это честно не это. А, точно, это просто зеркально, ребят. Я извиняюсь, это была не однушка, ребят, а вроде как трехкомнатная, как так сказать. Просто я в последний этаж залез, в последний подъезд залез, и вот там просто отзеркалено. Вот так. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, наше видео подходит к концу. В общем, я, в принципе, сказал все, что связано с жилищной реформой. То есть эти переработанные, как сказали мы, друзья, хрущевки будут отремонтированы, пусть замена лестничной площадки и по возможности будет добавлена терраса на крыше. Также это коснется и домов, будет касаться и домов на проспекте Ленина, вот эти вот дома, вот здесь, и вот здесь вот этот. В общем, и также вот этого квартала. В общем, на этом у меня, пожалуй, все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Залетайте также ко мне в группу ВКонтакте, в чат, в Телеграм и на мой сервер Дискорд. Ссылка в описании под видео. Также вы можете поддержать мой канал Копеечка. Для этого есть донат, ссылка в описании. Всем спасибо за внимание. Пока.